разыгран мяч. Удар поворотом. И вытянуться в струну приходится Джею Линчу для того, чтобы с этим... Опасно может быть. Удар забивать нужно было. Второй мяч. Уже обыгрывать до конца, и Джей Линч тащит мяч из угла. Не факт, что он шел в створ, но на всякий случай шла, а тот уже лежа только смог до мяча дотронуться. Фенвик, второй гол будет. Нет, спасает Джей Линч. У нас еще живет интрига в матче. Идти в этот третий раунд. Сейчас Бельгиям. Бельгиям, и вот Олдс попадает. Еще удар, и браво! Великолепно! Kapus Lincs.
уже играл в нон-лиг, ну и больше в карьере Линча, который сейчас вышел из ворот. Ну а единственное участие в Еврокубках, о котором мы вспоминали в первом тайме, знаете, в перерыве проверил самому, стало интересно действительно с казанским «Рубином».